Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі. Це програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. І сьогодні я хотів би вам з радістю повідомити, що до мене в гості прийшла Аліса Медведєва! Вітаю, вітаю тебе. Аплодисменти, наверное, где-то. Я перепрошую, що так гучно було. Аліся, я дуже радий тебе бачити. Хочу перш за все подякувати тобі за те, що ти робиш. Я передивляюсь особисто всі твої блоги. Ну, такий фанат маленький. І давай почнемо одразу з запитання. Так сталося, що нещодавно на границі Україна-Польща було затримано екс-дружину, тепер екс-голови Нацполіції Сергія Князєва. І так сталося, що у дружини в чемоданчику було 650 тисяч євро. Це нормально? Ну, конечно, каждый человек, в принципе, себе может позволить 650 тысяч евро. Ну, на самом деле, шутка. Это очень странная ситуация. Во-первых... Ну, из-за этого, в принципе, Сергей, как я зрозумів, он и подав у відставку від того, что, таке трапилось. Ну, это ж экс-дружина была. Ну, может, это не треба пов'язувати? Він нормальний держслужбовець, а може, вона дуже така... жінка-підприємець, яка заробила гроші і хоче відвести їх? Во-первых, у меня возникает сразу вопрос, почему ее остановили на польской границе, а не на украинской? Потому что она, собственно, из Украины же вывозила деньги. Получается, либо ее не досматривали, либо ее, я не знаю, может, она помогала. Может, просто для мытников украинских цены не такие страшные гроши, и они просто, 650 тысяч. Каждый человек ежедневно просто по несколько раз пересекает границу с... огромным чемоданом денег. Князев сказал в своем брифинге, что на самом деле он не из-за этого уходит, а вообще сказал, что это была провокация, и это все неправда, и на самом деле деньги это не его экс-жены, а ее руководителя, поэтому вообще все, он тут ни при чем, и она ни при чем, это очень хорошие люди, а потом взял и ушел в отставку. Дуже прикро. И взагалі, знаешь, в принципе, мне не подобається, что люди, держслужбовець. От, а може він, там, скільки там, 15-20 тисяч, в принципі, гривень заробітня платня. А може це алхіміки, які знайшли філософський камінь, і вони просто по вечорам десь у себе, золото варять. Да, може бути, у них є навіть спеціальна волшебна антилопа, яка, як в сказці, серебряна копитце, просто б'є копитцями, оттуда сипяться діаманти, але в нашому випадку ми розуміємо, що сипяться євро. Євро, да. Не долари, тому що долари зараз, кажуть... Касательно ситуації з князем, хочу ще таку дуже цікаву штуку сказати. По нашій інформації, по нашей информации внутри структуры МВД, говорят, что таким образом, то, что задержали его экс-жену, ему намекнули о том, что пора, собственно, пора. Пора, иначе будет хуже. И таким образом он человек пора смышленый. Пора тільки займатися алхімією, не держслужбою. Человек смышленый и сказал, что це все брехня, але... И від того я ухожу. Но поэтому он по-тихому, так сказать, решил отойти от занимаемой его должности для того, чтобы ее занял другой человек, заместитель его, который имеет тесные связи, собственно, теперь уже с новым руководством страны. И там подтягиваются очень интересные люди, кстати, которые тесно сотрудничали раньше с Владимиром Александровичем Зеленским и тесно связаны тоже с Игорем Валерьевичем Коломойским. Вот все выпадково, Ничего не треба в цьому. Это просто так склалися зірки. Да. И опять же таки, это, опять же таки, по внутренней информации нам сказали об этом, что это на самом деле был не первый вояж экс-жены Князева через польскую границу. Они регулярненько тоже компании фактически в тех же объемах вывозили кэш. А чему туди не зловили? Мабуть, там 649 было, да? А 650 просто нельзя, а 649 это нормально было.
И, жаль, судя по всему, украинские пограничники шепнули польским о том, что там, в принципе, может что-то, вот, что-то могут везти, вы там посмотрите. Вот. А до этого как-то не шептали, и до этого никто не видел, и на украинской границе тоже не видели. Вот такие вот случаются чудеса. Мне просто цікаво, 650 тысяч, это, ну, приблизно вот, десь ось така валіза має бути. Несколько сумочек, возможно. Це була наша точка зору, а тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Олеся Медведєва і блог «Ясно, понятно». Топ-блогери України. Одно из главных событий – это отставка главы нацполиции Князева. Многие уже наверняка слышали об этой истории, а также о том, что ей предшествовало. Началось все с задержания бывшей жены Князева на польской границе, и у нее было наличными 650 тысяч евро. Сам Князев потом сказал, что это все на самом деле была провокация, и деньги были не у нее, а у ее руководителя. Но, тем не менее, подал в отставку буквально на следующий день после скандала, сказав, что его имя используют в политических целях, а полиция должна быть вне политики. О как! Как писал журналист Евгений Плинский, это далеко не первая ходка бывшей жены Князева за границу. В той же самой компании с крупной суммой денег. То есть это была целая система по вывозу кэша. Но, видимо, в этот раз с украинской стороны шепнули на польскую, и женщину на польской границе приняли с вот этим вот грузом кэша. Тем самым давая понять, что будут неприятности. И вот Князев все быстро понял, человек понимающий, взял и ушел. Но это не снимает вопрос, кто, почему и ради кого решил Князева сбить. Тем более, что это далеко не первая громкая отставка. До того покинули свои посты сразу несколько крупных чиновников полиции. В частности, первый зам Амброськин. Что же это за ментовская революция такая? И главное, как она связана с Рамзаном Кадыровым? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Расскажу историю. Кто-то, может, помнит, а кто-то, может быть, уже и забыл. 2014 год. Программа «Чисто Ньюс», которую вел лично Зеленский. Там была вот такая вот сценка. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове. Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Такой фашисты, бендеры, все поделали. И это привело к грандиозному скандалу. Сначала говорили, что это Кадыров плачет на похоронах отца, затем оказалось, что это он плачет во время молитвы. Но в конечном итоге Зеленский извинился. Чтобы не пересказывать всю историю, давайте просто посмотрим сюжет на эту тему одного из телеканалов тех времен. После того, как Владимир Зеленский выложил шуточное видео с плачущим Кадыровым, видел его? Нет, я не видал. Тихо, посмотри. Вот после этого наша звезда попала в немилость в соседнем государстве. Перше за всю историю існування комедійної студії «95 квартал» у шоумена Володимира Зеленського виникли серйозні проблеми через жарти. І не аби з ким, а з головою Чеченської республіки самим Рамзаном Кадыровым. Я получил информацию, что Вов, ты чё, вы взяли видео там с похорон человека. Я, понимаете, я даже сначала не понял, о ком речь. Я, первая моя реакция была, ребят, вы чё, с похорон, не надо, ну это святые вещи, да? В квартал бы никогда через мой труп. Мы бы никогда не шутили над похоронами людей. То есть, еще раз, Зеленский извинился, причем два раза. Для того, чтобы понять, почему эта история уже тогда казалась странной, следует вспомнить, что это был 2014 год. Разгар войны на Донбассе, когда отношения России и Украины были крайне тяжелыми. Там не в нем было, там дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Обидные шутки он тогда отпускал в адрес многих, но извинился только перед Кадыровым. Почему? Журналист страны Виталий Губин узнал подоплеку этой истории. Как рассказали ему источники в МВД, тогда, в 2014 году, Зеленский действительно очень серьезно воспринял
угрозы после шутки над Кадыровым и решил найти защиту. Защиту он пошел искать тогда к первому заму министра МВД Евдокимову. Владимир Евдокимов был главой Днепропетровской областной милиции и тогда, как говорят, завязал неплохие отношения с Игорем Коломойским. Ну а Зеленский в 2014 году, как мы помним, плотно сотрудничал с Коломойским, его передачи регулярно выходили на канале 1+1. Итак, Зеленский обратился за помощью к Евдокимову, и тот помог. Через Стрижака вывел нынешнего президента Украины на человека с большими связями в криминальных и не только кругах Юрия Ерениака по прозвищу Молдаван. На рандеву с авторитетом Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего сотрудника Евгения Коваля. Обсуждение мировой затянулось на несколько встреч. Изначально Ереняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называли в беседе Апти или Апти. После этого Молдована вывели на руководителя МВД, а затем и состоялся разговор с ним Зеленского. Помимо этого было оговорено, что Зеленский с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном. Но потом, по словам нашего источника, Зеленский отказался ехать и поехал только Ереняк. Опять же таки, по словам нашего источника, Ереняк, он же Молдован, остался очень сильно недовольным тем, что Зеленский проигнорировал поездку. И вскоре после возвращения в Киев Ереняка из Российской Федерации воспламенилась машина Зеленского. Но более ничего плохого Зе не происходило. Видимо, стороны сочли конфликт исчерпанным. А с Ковалем и Евдокимовым у нынешнего президента с тех пор завязался тесный контакт. Вот такую вот историю рассказали в МВД стране. Ну а теперь к тому, как это все связано с перестановками в МВД. Итак, сняли Князева на должность главы нацполиции, назначили его заместителя Игоря Клименко. Он занимается в полиции кадрами. Но накануне всплыла еще одна кандидатура Владимира Евдокимова. Помните? Того Евдокимова. Того самого Евдокимова, который помогал Зеленскому решать вопрос с Кадыровым. Что удивило, конечно же, очень многих, потому что Евдокимов явно не новое лицо. Он был первым заместителем главы МВД 10 лет назад, еще при Юрии Луценко. На него в интернете просто огромнейшее количество компромата. Поэтому как всплыла эта кандидатура, так и снова залегла на дно до лучших времен. Но есть еще один фигурант истории с Кадыровым. Это Евгений Коваль. Его карьера также пошла резко в гору сразу после того, как Зеленский стал президентом. До этого он был главой департамента внутренней безопасности МВД, или как его еще называют, гестапо для копов. А совсем недавно он был назначен первым заместителем главы нацполиции. И именно под него уволили Аброськина. И, видимо, и дальше Коваля будут продвигать по карьерной лестнице, пока Евдокимов остается в тени. Кто бы мог подумать, вот так вот одна неудачная шутка про Кадырова спустя 5 лет привела к таким вот перестановкам и изменениям в нацполиции Украины. Топ-блогери України. Тут немає табу. Друга тема, про яку я хотів би з тобою сьогодні поговорити, це я ніяк не можу для себе вирішити, нам потрібно вступати в НАТО чи не потрібно вступати в НАТО. Що воно нам дає чи не дає. От Петро Олексійович нам казав, що нас дуже хочуть там бачити. Наскільки це правда, на твою думку? Петро Олексійович вообще очень много говорил, как все мы помним, но большинство из этого как бы не случилось, и тема НАТО в Украине, она абсолютно политизирована, ее постоянно все используют в своих политических лозунгах, и Петр Порошенко это делал, специально это все закрепили в Конституции, что на самом деле никак не влияет на вступление Украины в НАТО или хотя бы ее приближение к вступлению, потому что есть план пошаговый, что страна должна делать для того, чтобы вступить в НАТО. Но самый главный фактор, почему мы не можем вступить в НАТО, это то, что на территории нашей страны есть конфликт. Все, не можем вступить в НАТО. Яка прикра правда. Дивись, в принципі, якщо поставити себе на позицію НАТО, то навіщо їм приймати Україну до себе, якщо Україна і так намагається стандарти
під НАТО підігнати. Якщо Україна і так проводить спільні навчання військові, в принципі, ми і так все робимо. Да, ну, прекрасно... ну, це ж проблема буде. От ми забрали Україну, тут, ну, я НАТО забираю Україну до себе, я кажу, все, тепер я буду вас захищати. І якщо Україна буде мати, ну, чи має проблеми, ну, це хто як каже, то, виходить, мені треба буде влазити в конфлікт з Росією. Ну, виходить, да. Мені нема сенсу її брати. Нам треба всім обов'язково пам'ятати, как бы, що Україна – це не центр світу і не центр Вселенной, к сожалению, возможно, к счастью. НАТО – управляющее государство какое? Да, это альянс, очевидно. Это альянс, там есть много других стран. Но интересы свои экстраполировать через эту организацию одна страна, самое главное, у которой есть интересы. Соединенные Штаты Америки. Ну, как будто ты не знал. И эта страна, через эту организацию экстраполирует свои интересы. И Украина ей там выгодна, может быть, как сдерживающий для России фактор. Да, господи, я говорю про Россию. О, ужас. Какой кошмар. Вот. Почему нам это еще не выгодно? Потому что нам туда нужно платить будет огромный взнос ежегодно. Но они не смогут вмешаться в наш конфликт, иначе это, ну, как бы, объявление войны Российской Федерации, как бы, которая никому не нужна. И Соединенным Штатам Америки тоже на самом деле им это не нужно. Они прекрасно понимают, что Украину они туда взять не могут, но используют это постоянно, в том числе с помощью украинских политиков определенного толка, как фактор вот сдерживания России для того, чтобы Россию побесить, потому что это недружественный для нее, как сказать, альянс, поэтому Россия тоже, очевидно, бесится, когда заводятся разговоры о том, что там какие-то базы НАТО будут размещены где-то там в Украине, где-то там в Грузии, и понятно, что они, в свою очередь, тоже реагируют. Не без этого. Вот. Я понял. Дуже дякую тобі. Це була наша спільна, а ні, це більш твоя була думка. Отмазався. Да. І тепер давайте ми подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Но ждут ли нас в НАТО? На самом деле, ждут ли нас НАТО? Мы решили спросить прямо под фонтанами. Под фонтанами в самом центре европейской столицы Киева. Мы, как всегда, никого не убираем из опроса. Все снимаем на одном кадре. Я, естественно, проматываю. Но ни один человек у нас не остается. Знаете, мы не выбираем ответы. Давайте поинтересуемся. Ждут нас в НАТО или не ждут? Вместе посмотрим. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нас ждут в НАТО или нет? Нас в НАТО ждут или нет, как вы считаете? Ой, кому мы нужны? Ну, а вы как считаете, ждут или не ждут? Не ждут. Ну, а почему не ждут? Ведь Петр Алексеевич Порошенко говорил, что нас там ждут. Якби нас там ждали, то було б по-другому. Наші туди не хочуть. Правительство наше не хоче. Ну як же ж, завжди хотіли. Ну, язиком – да, а в натурі. Які вони стандарти? Хоч одні привели до норми НАТО. Може, ви скажете? Я думаю, ні. Не ждуть? Ні. А чому? Зачем їм війна? У нас війна, їм не нужна війна. Петр Алексеевич Порошенко говорил, что нас там ждут. Он всегда так говорил. Я Петру Алексеевичу не верю и никогда не верила. Вот так. То есть не ждут. Он мне свои обещания ни разу не выполнил, и поэтому я ему не верю. Добрый день. Можно вопрос вам задать? Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нас ждут в НАТО или нет? Нет, я думаю, не очень. Не очень. Почему нет? Не знаю. Ну вот мне кажется, что не ждут нас там. То есть вот при всем нашем стремлении туда, нет, не ждут нас. Ну вот Петр Порошенко говорил всегда, что нас там ждут. А я не слышу просто. Почему? Ну мне не нравится просто. Да? Я ответила на вопрос. Может, вы скажете? Больше, по-моему, мы туда хотим, в НАТО. Ну а нас там ждут? Думаю, ждут.
Ждут, да. Да, почему? В связи с чем? Как думаете? Ну, в связи с тем, чтобы... Украина теж якось треба захищатися сумісно там з другими державами, європейськими. Якщо північний сусід нам угроза... Ну, ладно, ми думаємо, що нас ждуть. А зачем мы им там? Ну, чтобы более безопасность была в Европе. Мы же Европа тоже. Усилить безопасность. Я так думаю. Даже не хочу говорить. Только мнение ваше. Ждут, не ждут? Вряд ли. Вряд ли? А почему? Мы сами говорили об этом. А почему нас не ждут там? Ну, это их на расправе. Но Петр Алексеевич всегда говорил, что ждут. Порошенко всегда говорил, ждут нас там. И... Может, надо вопрос задать Петру Алексеевичу. Кто ему об этом сказал? Хотелось бы верить. Очень хочется. Нет, ну а вы как считаете, ждут или не ждут? Я не могу думать про них. Ну, свое мнение личное. Я хотела бы, чтобы это было так. Ну, нам тяжело, конечно. Нам бы хотелось там быть, чтобы защитить свою страну. Но они не против, чтобы мы там были. Но мы должны сильно постараться. Армия должна быть хорошая, должны быть по экономику повысить. Все нужно, Оля, говоришь. И надо, чтобы не было войны. Потому что если в состоянии войны страна, значит, ее не принимают. Есть, видно, такие правила. Вот. Но нам бы хотелось быть, надо, чтобы мы были защищены от всяческих нападений и несправедливостей, которые мы сейчас терпим. А как вы считаете, нас там ждут или нет? То, что там мы хотим или не хотим, это одно. А нас там ждут или нет? Я думаю, что им было бы неплохо, если бы мы там были. У нас сегодня армия хорошая. Можно сказать, более сильная в Европе, чем когда-либо. И, может, более сильная, чем у многих стран маленьких в Европе. Ну, я не имею в виду Германию, Францию, там Англию, да? Но у нас сегодня армия сильная. Я думаю, что НАТО было бы неплохо. Да, и нашими солдатами восхищаются, как вы знаете. Их умением, их опытом, которые приобрели наши военные на войне. Поэтому НАТО, думаю, не против. И руководство выражает, как бы, может быть, даже желание, чтобы мы были там. То есть нас ждут? Да. Я думаю, что да. Да. Ну, при некоторых условиях. А зачем мы им там? Ну, я не знаю. Я не думаю, что НАТО такое уж самое сильное в мире. Но, по крайней мере, НАТО Европу может защитить, я так думаю. И наша страна и наша армия в НАТО, она бы укрепила немножко позиции НАТО. Мы просто читаем эту прессу, не знаю, хотим быть в курсе дела, поэтому так, чтобы глубоко вникать. Ну, телеканалы какие-то смотрите, следите? Ну, я в каналах, я в интернете торчу, а каналы я мало. Да, ну на каких сайтах? На каких сайтах? Я в интернете вообще, и там одну строчку, если она меня заинтересовала, я открываю и читаю. И идем на другие сайты, которые там положены. По ссылке. Да, по ссылкам, так что... Нет, а почему нет? Я не знаю, мы, наверное, еще настолько слабы, чтобы нас туда брали. Ну, Порошенко всегда говорил, что нас там ждут. Не знаю, это моя точка зрения. Нет, понятно, что вы так считаете. А просто... Мое такое мироощущение. Нет. Думаю, да. Да, почему так считаете? Не знаю. Ну, зачем мы им там? Ну, как-то раскройте ваш ответ. Не знаю, девушка, честно говоря, никогда. Ну, думаю, не очень, как и везде, мне кажется, нас. Почему говорили. Нет? Ну, не знаю, мне кажется, что если мы в Евросоюз не можем попасть, то, может быть, и в НАТО не очень. Как вам кажется? Ну, всегда Порошенко говорил, что нас ждут там. Вы видите, Порошенко много чего говорил, а мы, к сожалению, видите, как живем. Мне кажется, еще за 5 лет правительства Порошенко мы объединили, я не знаю как, поэтому грустно все это. И правление Порошенко в том числе. То есть вы считаете, что нас не ждут? Я думаю, что нет. Ну, и потом Украина, я не знаю, готова ли мы идти туда. По-моему, достаточно количество народа не хочет туда идти.
Просто странно, ведь всегда нам говорили, что нас там ждут, Порошенко всегда об этом не, говорил. Не, ну вы же видите, что нам все время говорил Порошенко, что мы все богатеем, что ребята в армии прекрасно себя чувствуют, живут и кушают великолепно и все остальное. А что получается? Единицы заработали? Вот кому война, а кому мать родна, вот как мне теперь кажется. Я не знаю, вы знаете, я все время об этом думаю. Блин, ну чего нам не хватает? И как будто бы работа, и народ такой замечательный. И такие мы уже все трудолюбивые, как мне кажется, особенно старшее поколение, достойнейшее поколение. Господи, что к ним, что выпало им на долю. И вот опять доживает Бог знает как. Грустно, бесконечно грустно. Ну, я не знаю, мне кажется, что нам все время не хватает. Правительство всегда недостойно народа. Кого бы мы ни выбрали, все равно будем надеяться, что вот эти новые молодежь, надеяться хотя бы на молодежь. И вам, кстати, тоже желаю, чтобы вы стали каким-нибудь президентом или еще что-нибудь, и надеюсь, станет лучше. Здравствуйте, а кто вы такая? Журналист, делаю опрос. А где у вас бейджик? Бейджик в сумочке, вам нужно показать? Да, ваша. Хорошо. А чому ви російською розмовляєте? Я можу українською, як вам буде зручно. Краще українською. Добре. Як ви гадаєте, нас чекають у НАТО чи ні і чому? Жидомасони чекають нас у НАТО. Олігархи чекають нас у НАТО. Бо ця бандота, яка знищує планету Земля свідомо, чекає нас у НАТО. Ісус Христос сказав, коли вже він розумів, що йому треба йти на Голгофу, ми залежні від бандитів Росії, бандитів Європи, бандитів США, а найбільше, звичайно, від Ізраїлю. Сьогодні відроджується генетична пам'ять найкращих бійців під п'ятою у Путіна і Авакова, якого назначив Путін, і сказав, слухай ти, він на 3 роки старше мене всього, батько Зеленського. Я йому сказав, слухай, я законний кандидат в президент, а твій синок жовторотий. А ви хто за спеціальністю? Я гуманітарій. А що вивчали? Неважливо. Я аналітик світового класу був ще з 1980 року, ще Висоцький живий був. Все, дякую. Доброго вечора. Звісно, ні, і не потрібно нам туди. Не чекати, і не треба туди перетися. А чому? А тому, що своїх фашистів вистачає. Своїх патріотів, націоналістів. Націоналісти, я отношения националистов я ничего не имею. Они за идею, они так воспитаны. А вот эти вот фашисты всякие, правые секторы, левые секторы, СИ там, какой, 14, 24, кто они? Я вот тут имею несчастье жить на Крещатике, я видел все это. І це так називаємо революція гідності, яка там гідність була. Все видно. А скажіть, от Порошенко говорив, що нас чекають в НАТО. Про Порошенка ви і не вспоминайте. Я просто к тому, що він завжди говорив, що нас там чекають. По ньому не то, що тюрма. Виселиться плаче. По Порошенка. Я думаю, що ми їм там не потрібні. А чому ні? А? Почему нет? Порошенко говорил, что нас там ждут. Всегда говорил. Ну, по его думка. Я маю свою думку, что украинский народ должен самостоятельно подняться. Да, интересно, просто в целом, нас там ждут или нет в итоге? Откуда я знаю? Вы задаете вопрос не по адресу. Потому что Европа не повноцінна без Украины. Ви це дасте в ефір? Сумніваюся. Чому? Я збираю мнення людей. От ваше мнення цікаве. Ви вибираєте з них про московське? Ні. Просто я цікавлюсь вашим мненням. Ждуть нас. Ну, от ви сказали, як, що нас ждуть. Хорошо, я приймаю ваше мнення. Європа не повноцінна без України. Це сама велика країна Європи. І Європа не буде спокійна, поки Україна не завершить повернення додому. Повернення. Тому що Україна – це Європа. Якщо вас дійсно цікавиться. Що ж ви в Києві берете інтерв'ю на іностранному язикі? А тут половина на російському, половина на українському. Я перестраю. Де це ту половину? Якщо вам зручніше буде. Ні, я говорю 5 мовами спокійно. Яким? Я російську мову знаю набагато краще, ніж ви. Не сумніваюсь. І я в одному реченні по-російськи не зроблю 10 помилок, як всі, хто користується цією мовою. Я знаю добре літературу російську, Фета, Майкова, Тютчева, Блока, Пушкіна і Пущіна. Це
фантастична література, така сама, як кращий фантаст в світі, Лев Толстой, який описував Росію у «Війна і мир», ну то і Росії нема. Будьте здорові! Ви теж. Це була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви слідкуйте за нами. Подписывайтесь на YouTube-канал «Киевская Руси», а также ищите в Инстаграме, Фейсбуке и других соцсетях. Обязательно пишите комментарии, не забывайте. Там весело, правда ведь? Да. И все будет ясно и понятно. Пока. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ.